Сейчас снимем подробно процесс, как делается чашка и паз. Еще раз, чтобы не было разнотолков о том, как пилится затес. Смотрим линию, примерно 5 миллиметров. Бугорок небольшой присутствует. Прежде чем рубить бревно, нам надо четко понимать, что у нас будет происходить внутри наших пазов. Для этого у нас есть пазомер. Сейчас нам надо прибраться, убрать наши вот эти вот запилы. Сейчас снимем подробно процесс, как делается чашка и паз. На данном бревне бревно причерченное. Сейчас сделаем еще несколько операций и будем снимать и пилить. Сейчас еще раз, чтобы не было разнотолков о том, как пилится затес, есть ли там бугры, а то кто-то говорит, что у вас как русская чашка, типа не будет закрывать, там не будет наползать, откроются щели и так далее. То есть смотрим, как делается. Сейчас вот здесь у нас бревно прирублено довольно низко, то есть по классике у нас затес приходил бы кверху холки, вот сюда примерно сантиметр. Сейчас затес приходит сантиметра на 3-4 ниже. И здесь уже топором не получится так подработать, как я показывал на предыдущем ролике. Здесь уже применяется бензопила, спиливается и зашлифовывается шлифмашинкой. Только, естественно, бензопилой мы не доходим до этого бревна, да, чтобы не травмировать его. Допиливается примерно сантиметр-полтора, не доходя. Потом топориком подрубается кусочек, и затем весь затес зашлифовывается шлифмашинкой. Смотрим линию. Как мы видим, практически прямая, без каких-то бугров. Допуск есть 2-3 миллиметра, но в целом прилегание по всей плоскости затеса присутствует. Вот, сейчас посмотрим, как на других. Далее, опять же, мы видим, была прорезка бензопилой в массу, то есть убиралась ниже, да, потому что здесь у нас тоже видно, что глубоко чашка сидит, и поэтому бензопилой проходилась и шлифкой дорабатывалась. Примерно 5 миллиметров. Бугорок небольшой присутствует. Не более. Здесь ровно. С этой стороны видно, тоже запиливалось бензопилой и зашлифовывалось болгаркой. Вот далее потом вот это мы называем, что надо будет прибраться, то есть убрать вот этот переход, бортик вот этот. Просто бензопилой подшлифовывается, убирается, и все. И под внутреннее уже там ничего не мешает сесть к чашке. Здесь тоже где-то порядка 4-3 миллиметров погрешность, бугорок небольшой. Так, подведем итог по затесам. На диаметре 38-40-42 сантиметра допускается погрешности до 5 миллиметров по буграм,
по впадинкам, это никак не влияет на качество сруба. То есть чем меньше диаметр у нас, допустим, до 30, 25 там и так далее, уже 5 миллиметров это будет многовато. Там надо стараться делать все по линейке, чтобы прилегание было. Здесь, как мы уже показали, 5 миллиметров, все идеально сходится, никаких щелей на продувание потом у вас не возникнет. Но, конечно, при условии, что скрайбинг у нас присутствует. На трех винцах 1,5 сантиметра, далее до перекрытия с 1 сантиметр и после перекрытий оконных и дверных 7 миллиметров. Прежде чем рубить бревно, нам надо четко понимать, что у нас будет происходить внутри наших пазов. Для этого нам надо замерить наше поднутрение, проставить цифры. Будем это делать с помощью пазомера по линиям, которые у нас даны от причерчивания. То есть нижняя и верхняя линия у нас есть. Сейчас будем ставить пазомер и делать наши метки. Делается это еще для того, что у нас весь сруб срублен со скрайбингом. То есть завешивание по пазам, они везде находятся. И если бы, допустим, этого не было, и рубка была бы плотная, как это русская чашка, допустим, делается, то все понятно и так, что у нас все пазы сомкнутся, и, в принципе, проверять там ничего не надо. То есть уже при рубке мы видим результат конечный. Здесь конечного результата мы не видим, так как пазы, я еще раз повторюсь, завешены все. Поэтому нам надо четко понимать, что у нас будет происходить внутри пазов. То есть, если там будет, допустим, какой-то бугор, то, соответственно, при спиливании опорных площадок, при сборке на фундамент, при усадке, при давлении нашей крыши, да, кровли и верхних венцов на сруб, пазы сомкнутся, но не до конца. То есть, повиснет все внутри, в поднутрениях, на этих буграх. Ну и, соответственно, чтобы больше не было, чтобы не копать ям там, чтобы утеплитель прижимался. Для этого сейчас будем замерять наше поднутрение по замерам. Что такое глубина паза и как ее замерять? Берутся две точки пазовых крайних. Вводится на торец, прочерчивается линия, соединяющая. И от центра примерно кидается, вот это проверяется расстояние. Вот это и есть чистовая глубина паза нашего. 2,5 сантиметра вот здесь. Сейчас нам надо, у нас стоит задача, вот это все расстояние, глубину паза высчитать, проставить по всему нашему бревну. Порядка 6 метров. Для этого у нас есть пазомер. Придумал его я в 2017 году, когда мы строили сруб «Гигант». Так как стояла задача контролировать поднутрение в пазах, и надо было объяснить ребятам, как это делать. Потому что, в принципе, я это делал с помощью уровня и линейки. Проходил, ставил уровень и проставлял эти значения, глубину. Но с уровнем не совсем понятно, не совсем правильно это делать. Потом объясню, почему. И поэтому была придумана вот такая вот планочка. Сначала это был один ходил вот такой вот здесь вот по направляющей уголочек, вот он. Потом ребята модернизировали, придумали, что лучше, когда их два, тоже объясню потом почему. Вот, и с помощью него сейчас вся наша команда очень быстро ставит глубину, проставляет, понимает, что у них в пазах, какое поднутрение. Сейчас коснемся моментов, как это делается и чего не надо делать, каких-то там дополнительных еще приспособ. Многие говорят, а что вы не поставите на пазомер уровень? Типа поставили уровень и все, и вот здесь вот размер вот этот сняли, который получился, все у вас хорошо. Почему нельзя этого делать? Потому что все бревна у нас, они разные. То есть это не цилиндровка из-под станка, где ось идет, и у нас одинаковые размеры идут бревен. И пазы, соответственно, тоже все по оси лежат, все одинаково. Здесь все пазы с каким-то смещением идут. Наплывы какие-то, шишки, сучки и так далее, ямы. Вот сейчас на этом торце мы посмотрим, что произойдет, если делать по уровню.
Вот у нас также края паза. Прочерчиваем горизонтальную линию. Смотрим глубину. Глубина 2,2. сантиметра. Если делать по уровню, вот ставим уровень, и здесь мы видим 3 сантиметра. Что произошло? Что паз кривой, смещенный. Здесь, видимо, какой-то наплыв был, сучок или не знаю что, но в итоге получилось смещение в правую сторону. Здесь 3 сантиметра, здесь 1,2. То есть, если бы мы сейчас брали, по уровню вот так планочку нашу приложили, поставили, замерили, прописали 3 сантиметра на верхнем бревне, вырубили бы 3,5, а то и 4 с поднутрением еще, если заложить, получили бы косяк. Здесь у нас глубина 2,2, да? А мы бы поставили 3,5. Вот в чем подвох. При помощи пазомера это делается все очень просто. Одинаковое расстояние берется, параллельность линии нашей, которую мы прочертили внизу, тоже смотрим. Все, вот она, 2,5, там 2,2, то, что у нас написано, пазомер показывает. То есть одинаковое расстояние наших планок мы выдвигаем, и все, получаем точность абсолютную. Вот почему нельзя ставить на пазомер уровень. Итак, прежде чем начать разметку пазомером, надо посмотреть, что у нас с рельефом на нижнем бревне. Верхушку вот эту вот. И этот рельеф перенести уже на бревно, которое мы будем прирубать. Что представляет из себя перенести рельеф? Надо увидеть, визуально посмотреть, какое расстояние у нас от паза, вот здесь вот, от причерченности до верхушки, до холки. Оценить для себя. Вот здесь, например, глазом стреляем 4 сантиметра. И смотреть, как уже идет дальше изменение. Здесь уже поменьше, вот 3,5. Дальше смотрим. Здесь примерно около 3 сантиметров. Здесь около 2,5. То есть идет уменьшение. Вообще, вот, то есть как бы идет какая-то волна где-то, изменение рельефа. Соответственно, мы должны сейчас померить точно уже, сколько это глубина. Добавить поднутрение 7 миллиметров и поставить сюда уже размер. И где у нас, я говорю еще раз, идет изменение, то есть, чтобы понять точно, насколько запиливать глубину, все это будем проставлять. Начинаем с торца, смотрим здесь глубину. 2,7, прибавляем 7 миллиметров, 3,5, 3,4. Вот здесь можно поставить 3,4, но у нас, в принципе, уже здесь есть обозначение, как пилить. То есть, тут все понятно. Идем дальше теперь. Смотрим. Серега, отсюда заходи. Смотрим на рельеф. То есть у нас здесь 3,4 идет. И потом раз, вот видно подъем. То есть глубина паза увеличивается в этом месте. Соответственно, здесь уже ставим сейчас другой размер. Здесь 3,4, сейчас здесь будет меняться. Ставим на 2 линии, выставляем одинаковые размеры рисок наших с двух сторон, чтобы было видно равномерность. Распределяем. По рискам видно, что 1, 2, 3,5. И там тоже, на другой стороне, если вот видно камера, 1, 2, 3,5. 3,5 сантиметра часовая глубина. Добавляем 7 миллиметров, получаем 4 сантиметра, 4,2.
Вот. Ну, можно написать 4,5, там 3 миллиметра, не суть. То есть здесь у нас в итоге получится 4,5. Дальше смотрим, глазом стреляем. В принципе, идет равномерное. Равномерное такое сейчас вот у нас рельеф здесь. Но можно еще вот там вот в конце, возле чашки, еще тоже проверить. Тоже 3,5. Такой же. 4,5 также получается здесь до конца уже, до чашки у нас будет под наш рельеф глубина паза. 4,5. Все, переходим дальше. Тоже 3,5. И добавляем 7 миллиметров. Также поставим 4,5 здесь. Вот здесь вот шишка какая-то видно. Здесь тоже увеличивается паз. Прикидывали примерно 4 сантиметра. Поставили на всякий случай так. Сейчас проверим уже по замерам сколько. Здесь расширение идет серьезно, может не хватить, но максимально раздвинуть. Здесь 3,2, на самом деле здесь не глубокий, довольно-таки. Три и два плюс 7 миллиметров, это 3,9, 4 сантиметра. Ставим 4. Здесь сразу нужно смотреть, потому что шишка закончилась. Вот смотрим. 3 сантиметра глубина. Вот там, не знаю, видно, нет. Три и семь. Ну вот здесь можно посмотреть тоже, вот. Вроде как увеличивается глубина, посмотрим. Ну чуть-чуть увеличилось, не намного, 3,2. Добавляем 7 миллиметров, 3,2 было, 7 добавляем, 3,9. Ну, под 4 сантиметра здесь глубину надо запиливать. Здесь 2,5. Два с половиной. Плюс 7. Это 3,2.
Так, ну и вот здесь вот он более-менее идет равномерно, и здесь вот уже поменьше. Сейчас еще здесь посмотрим. Два сантиметра здесь глубина паза видно, 7 миллиметров на поднутрение, 2,7. Все, глубину проставили везде, рельеф наш этого бревна перенесли. Сейчас можно уже запиливать, пилить паз, видно глубину, насколько нам надо это делать. Сейчас нам надо прибраться, убрать наши вот эти вот запилы от шлифмашинки, от бензопилы, то, что мы делали. Выравниваем наш затес и потом покажу, сколько у нас здесь поднутрения и какое поднутрение будем делать на чашке. Также нам надо прибрать наши уголки от затесов, вот эти вот нахолки. То есть они нам создают такую трапецию здесь. Нам надо сделать полукруг. То есть так же, как на всем остальном пазу дальше, который идет. Все, начинаем прибираться просто бензопилой. Спиливаем, подшлифовываем. Сейчас покажем, как это делается. То есть вот такими движениями просто убираем этот бортик и посмотрим, сколько здесь поднутрения у нас выходит. Здесь практически нулевое, то есть плоскость ровная, прилегание, без провалов. Поэтому на чашке будем делать сантиметр примерно поднутрения. Вот. Ну, либо можно еще чуть-чуть подровнять здесь, вот прибрать поглубже. Миллиметров 5, допустим, сделать. Вот, и на чашке 5 миллиметров поднутрения сделать. Все, будет поднутрение в общей сложности сантиметр. Все, и самое главное, не заходим за линию, за нашу причерченности. Чтобы не было дыр потом. Ну вот где-то сейчас порядка 5 миллиметров задали. То же самое делаем с другой стороны. Все, здесь тоже можно посмотреть. Миллиметров 7 примерно. Миллиметров 5. Миллиметров 7 здесь ориентировочно. Поднутрение на этой чашке, с этой стороны. Все, чашка готова, поднутрение задали. Сейчас спиливаем, закругляем
наше вот это место до линии, не заходим за нее, самое главное. Здесь у нас получился полукруг сейчас, примерно такой же, как профиль паза основного. Дальше на ту сторону переходим, то же самое делаем.